Хасавюртовский филиал Дагестанского государственного университета отпраздновал 20-летний юбилей со дня основания. Университет был создан в 1997 году. На мероприятие были приглашены служащие администрации, работники ведомств, управления и организаций городов и районов республики. За время своего функционирования филиал стал ведущим образовательным учреждением в северной части Дагестана, где осуществляется подготовка специалистов по трем специальностям – юриспруденция, экономика, социальная работа. Перед началом юбилейного торжества главе города Зандино Акмазову и почетным гостям руководством университета был проведен небольшой ознакомительный экскурс по корпусам и аудиториям, а также был продемонстрирован спортивный зал. Далее была проведена символическая посадка деревьев. После в читальном зале была организована научно-практическая конференция на тему «Российское государство. История и современность». На начало обсуждения со словами поздравления по случаю юбилейной даты выступил глава муниципалитета, отметив о высоких достижениях образовательного учреждения за 20 лет. 20 лет готовит филиал ЗГУ для города, для близлежащих районов, специалистов самых разных специальностей. Они работают во многих сферах города, они самые активные выпускники ваши. Многие выпускники филиала являются руководителями организаций, учреждений города. Далее с приветственным словом в адрес руководства филиала выступил проректор Дагестанского государственного университета Артур Долгатов, обозначив в своей речи, что уровень и успех, достигнутый в образовательном, социальном и творческом направлении, это сплоченность и совместный труд коллектива и студентов. Конечно, она не может формироваться за год-два. Это такой длительный процесс, это, наверное, и очень по-доброму характеризует вас как руководителя. И по многим-многим принципиальным, конечно, наверняка есть какие-то недочеты, недостатки. Во-первых, о них говорить в день юбилея не совсем прилично, а с другой стороны, в общем-то, они невооруженным глазом и не видны. Чтобы поздравить педагогический коллектив с юбилеем, прибыли также представители со всех филиалов республики. Мы уже прошлись по этим великолепным корпусам филиала Хасавюртовского. Очень богатая материальная база. Нам очень понравилось. Хочется их поздравить с юбилеем, 20-летием. И 20 лет – это еще не возраст. Это начало большого творческого пути. Хочется пожелать директору, коллективу профессорско-преподавательскому здоровья, успехов на этом поприще, хороших, пытливых студентов, чтобы они стремились к знаниям. Кульминационной частью мероприятия стал небольшой праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Хасавюрта и артистами Дворца культуры «Спартак». Кроме того, в торжественной обстановке прошла и церемония награждения руководства филиала и преподавателей почетными грамотами ректором Дагестанского государственного университета Муртазали Рабадановым, а также руководством города за вносимый вклад в сфере образования и воспитания молодежи. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».